kolay gelsin. Друзья, вот эта дорога поднимается, то есть вот здесь побережье Кони-Алты кончается, вот пляж. Пляж Кони-Алты кончается и идет уже дальше, в сторону Лары дорога, Мурат-Паша. Вот это все, друзья, вот, начиная вот это, от этого места, вот, и там, вон там, я не знаю, как вам видно, нет? В общем, вот эта окружность, это полностью пляж Кони-Алты. Протяженность плюс-минус 5 километров. Видите? Ждем. Друзья, ждем дождя. Сегодня обещают дождь. И люди все равно, люди купаются, люди все на пляже. Погода прохладная, супер. Люди гуляют. Сегодня воскресенье. Устраивают пикники. В общем, шикарно, друзья. Кони-Алты the best. Вот такая красота. А эта дорога, получается, выезжает вот так и идет дальше. Там тоже есть смотровая площадка. Здесь тоже. Я сейчас на велосипеде еду туда, в сторону центра.